О, Нестор после тяжелого собирания ягод распрямился. Сегодня у нас 17 июля 2018 года. Вот мы с утра после завтрака приехали. Вот опять собираем клубничку. То есть разъезд, это где железная дорога у нас. Где вот эта будка. Клубничка хорошая, клубника крупная. Вон они сидят наши, спрятались сразу все. Так, крупная клубничка есть на моей руке. Ну что вы делаете? Вы же ягоды мнете. Ну-ка встаньте все. Ну что развалились? Нету ягод. Как нету? Трава. Как это нету ягод? Вот сейчас что ты мнешь-то? Нету ягод. Не думай. Лишь бы только бездельничать. Вот они наши труженики. Завалились, кушки побросали. О. У нас уже тары пустой нет, тут все полные ведра. Посмотрите, как мы отрубили. Мы выполнили свою мы план выполнили. Идите нам домой. А они же не полные ведра-то. А полные нельзя, рассыпаются в машине. Ну у меня там еще не полный, у меня половина ведра. Вы начали еще половина, подходите, помогайте. Я же пошутил, сказал, что чтобы у вас все прошло. Это речь шла об окнах, но не об ягоде. Я вам сказал, говорю, я хочу ехать быстрее домой, окна мыть. Я говорю, на ляжь, полежи, все пройдет. Она поняла буквально. Так. Только ягод, что мимо неохота проходить даже. Ой, красавцы. О, вроде уже сколько набрала. Говорят, полную нельзя набирать, наверное, да? Ведь не просыпалась. Молодец. Я только 3 литра набрал. А сколько мне литров стоит? Вот здесь 7, а там 5. На моем бедре прямо градация есть. 1 литр, 3, 5, 7. Ягода нынче, ягодный год. Клубника просто не выскажешь. Да, крупная. И большая, и много, и берешь постепенно зреет и зреет, не как смородина. Владимир Юрьевич, а остальные у нас отдыхают сейчас. Мы, говорит, норму выполнили. Выполнили, отдыхают? Да. Как это можно отдыхать? Это такая ягода. Я буду сидеть, а ягоды не буду брать. А раз в 4 года такая ягода, а я буду отдыхать. Уже приехали. Какие слова тут?
кто-то потворствует. Дети-то они что, они бы брали ягоды. Потому что с молоком, там и пирожки, и варенье, и все. А брать, какой тут труд ягодку в руке держать? Сейчас всех пригонит. Там за машиной они? Вон возле машины, да. Лежат в траве там. Так, я возьми ведро мое. Давай я твое ведро унесу. Там не ваше ты? Да. На той стороне ягоды полно. Брать эти ручки. Привезли на машине. Ну и что? Нашли потворство. Посмотрите, у меня трава полного метра. А вот она, трава полная. Ну-ка, вставай. Настя Тихонович, Сергей, не накладывать полный, что не везет он полный. Мы не дадим ему, в руках унесем. Все, вопрос решен. Так, еще что? Ягода сплошной лентой, там никто еще не находил. Один раз в 4 года ягода такая идет. Пришли и где корова, там и телята. Ну-ка, быстро поднимайся. Момент больше ни грамма не получится. Куда ты ходишь? Подошел, а им только другой надо, не надо, надо или два, это вообще не спрашивал. Ну вы что-то собрали, ну что, не вы, надо, я не знаю. Посмотрите, сколько собрали, 4 ведра. Какие ведра? 5. Что ты ведрами считаешь, что 5 это просят это, собрала. Это ведро? Да, это ведро. Да какое это ведро? 5-литровое. Его даже котеликом не считали, 7-литровые считали котеликами. Ведро это 15 литров. Открой Википедию, посмотри. Так, пошли быстро. А то разницы никакой нет, где лежать. На кровати или на ягоду. Я ягоду вообще не ем. Ни один обед. Я не ела ягоду вообще. Обед на твоей стороне. Где? Я ее собираю только для вас. Только бери только для себя. Для меня не надо. Я ни разу не ела. Не надо, не надо. Для меня она собирает. Вот только здесь приехала. Она для меня собирает. Я не ем заключенный в психиатрический 7 месяцев за слово твое, не тешь. Твою ты слушай. Тебе Боже слава, тебе хвала за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, кто садится в машину, берите с собой. Ягоды, держать на колени. Кружечки, Сережа, куда? Так, кружки забирай, куда положи. Мы не дадим по дороге. Так. Нет. Ну, двоих пока поставьте. Где? Так, вот эти двое. Стой. Подойди. О, полный ягод. Клубничка. Эх, бы видеокамера еще бы запах передавала. Можно сюда посадить, чтобы их держали они. На колесе. Садитесь. Так, сразу заехать к батюшке. Если никого нет. Слышь, в комнату зайдешь, найди там ведерко и высыпь на столе поставь. Ведерко. А какое ведерко? 7 или 5? Ну любое ведро, десятина. Угу. Так, не урони. Держать, не сыпать. Так, это не пойдет. Так, кто не взял еще? Владимир, что там? Туалет. Туалет.
Так, какого батюшки остановился? Сергей Павлович, это заместитель у тебя? Если ты переедешь... Все быстрее, кружки положите на место. Отдай. Кружки все верните на место. Так, ни у кого кружки нету? Все, давай. Откройте кружку. А вон с той стороны подай, вон. Если в окно, хочешь, в окно подай. Вон в окно подай. Да, вот вон дорога стоит, вытащи. Посмотри, его. Посмотри, как мама может проехаться на Ниссане. Я за Сережу отдать. Так, Сергей Павлович, держи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сидеть спокойно, не дергаться, ничего. Пойдем. Тимофей, с дороги. Так, уходите оттуда. Все, с дороги ушли. Стойте, стойте, стойте. Под колесами. Сзади. Уходите оттуда. Да подожди, давай колесами. Стой, стой, стой. Что? Под колесами. Вода лежит. Ну, дети, воду-то положите сюда. Зачем нести? Да-да, положите. Ну, открой. Не хватало ли себе тащить. Клади его сюда. Ну, что там, в багаже или сидит? Я вот не пил, нужды нет никакой. Почему? Настроил себя на это. Так, уходите. Все, подходи дальше. Божьей помощи. Отходи, отходи дальше. Отходи куда? Вперед отходите. Так. Помахали нам ручкой.